Всем огромный-преогромный привет! Меня не было на Ютубе вообще все новогодние праздники. Случилось очень много перемен, передвижений. Мы летали в Россию, мы переехали на новую виллу. И все это требовало колоссальное количество энергии, что у меня не было времени и сил снимать на YouTube. Но у меня накопилось огромное количество долгов для вас. Это целая огромная полная сумка, шопер с косметикой и со всем тем, что я привезла из России на Бали. Я бы назвала это видео «Что везут иммигранты?» Что везут из родной страны иммигранты, скажем так. Плюс на очереди у нас будут распаковки из Sephora. Я уже успела сделать 4 заказа больших, и там будет уход от Rare Beauty. Обзор, на который я сниму обязательно, полноценный, со всем раскрытием запахов, действий и прочее. Я совершила огромную закупку у Dior, это тоже будет отдельное видео про обзор косметики Dior. Так что оставайтесь на моем канале и давайте сегодня мы посмотрим на то, что я привезла из России, почему я изголодалась, чего я хотела запастись. Скажу сразу, я забыла приобрести очень многие вещи, и это так всегда. По приезде понимаю, что надо было еще больше всего из России взять, просто потому что у нас в России очень большое количество вещей, а меня интересует обычно все, что касается кухни, косметики и каких-то вещей, создающих комфорт. Все это у нас в России найти гораздо легче, это у нас гораздо дешевле, это у нас можно там приобрести в любом магазине. И, короче, давайте приступать. И я просто вот буду из этого таинственного мешочка доставать и показывать вам, что же я приобрела. Ну, давайте начнем, наверное, с бренда Darling. Я не фанат этого бренда в том плане, что нет у меня просто как бы в планировании покупки косметики, каких-то вещей от этого бренда, но я пошла в Золотое Яблоко со своей подругой, которая очень любит этот бренд, и по итогу я закупилась продуктами. Здесь у меня вот такие вот 3 коробочки. Начнем с этой. Это патчи. Я уже их однажды случайно неаккуратно закрыла, и у меня там засохла вот так вот вся жидкость. Это патчи с зеленым чаем, если я не ошибаюсь, в кругов под глазами. Мне очень нравится, как действуют эти патчи. Они такого интересного зеленого оттенка с вкраплениями. Вон, как видите, жидкости у меня мало, но на самих патчах она еще осталась. Мне нравится, как они действуют, мне нравится, как они охлаждают, как работают. Не скажу, что я сильно педантична к таким вещам, действуют они или нет, что я досконально все проверяю. На самом деле нет, я больше с точки зрения какой-то эстетики, наверное, люблю такие вещи, рутины. Вот, я не особо внимательна в их действие. В наборе идет вот такая вот ложечка, но я не знаю, как у вас, у меня она меня постоянно бесит в таких наборах, потому что она не очень хорошо как бы зацепляет продукт, и ногтями лезть туда мне гораздо удобнее. Дальше я приобрела вот такую вот маску. Маска, которая называется Gelato. Это маска для лица. Я за год вообще перестала пользоваться какими-либо масками, потому что у меня их просто не было. И какие-то новые, неизвестные пробовать мне не хотелось. Поэтому я купила в России вот такую вот классную маску. Очень нравится мне, конечно, эта минималистичная упаковка. И суть ее в том, что она, помимо своего потрясающего аромата, она еще и розового цвета, то есть я приложу фотографию, как это должно выглядеть, и мне кажется, это заманчивый тоже идеей с точки зрения эстетики, рутины, продукта, к которому хочется притрагиваться. Я это еще не тестировала. Сплошные распаковки, не поверите, только что приехал курьер и принес мне еще одну посылку. Ой, сколько всего интересного нас с вами на этом канале ждет. Давайте продолжим идти по Darling.
И следующее, что я вам покажу, мне подарила моя подруга, потому что я ходила с ней в Золотое яблоко и помогла ей собрать косметичку прям от А до Я, полную. И она подарила мне вот такой вот бустер от Darling. Это Aurora Rich Gel to Oil Emulsion. Это эмульсия. Мне показалось, что у нее просто какой-то бешеный расход, то есть она гелевая, и гелевые текстуры, они обычно как будто бы требуют больше расход, чем, допустим, жирный крем. И здесь такая маленькая-маленькая баночка. Я вот, как вы видите, эта помпа поднялась наверх. Я использовала этот бустер, но не соврать, два раза. То есть я немножко шокированная и его как бы берегу. А вот хотела вам показать, и потом начну этим пользоваться. И дальше моя подруга опять-таки помогла мне с этим. Я не особо сильно вообще обращаю внимание на тканевые маски, но моя подруга сказала, что вот эта черная ткань от Darling, черная тканевая маска от Darling, она восхитительная. Это Darling Power Nap, такая маска, которая отдельно верх и отдельно низ. Мне очень нравится эта идея, потому что эти обыкновенные маски, они меня всегда бесят и раздражают, потому что они очень большие, тканевые, я имею в виду. А эта, она более плотная, такая как будто силиконовая. И конкретно эта маска у меня супер увлажняющая, гидрогелевая, с эффектом моментального восстановления. Очень крутая маска, я безумно прям была рада ее попробовать, что подруга мне о ней рассказала. И в день перед отъездом я купила еще 6, по-моему, штук, да, вот здесь у меня 2, 3, 4, 5, 6, а здесь 6. Я купила штук 10, наверное, я уже их использовала уже и по приезде. И также, в общем, это большой закуп масок. Я купила еще, здесь тоже было 6 штук, сейчас уже их осталось, как видите, 5. Это расслабляющая гидрогелевая маска с эффектом моментального восстановления. В общем, это расслабляющая, а это увлажняющая. Расслабляющая мне понравилась немножко больше, потому что у нее, она более деликатная, и если у черной такой как будто присутствует холодочек, то у этой масочки просто приятное, приятное действие, приятное увлажнение и расслабление. Идем далее, и здесь я прикупила от Manly Pro себе просто в косметичку, в запасы, куда-нибудь, это накладные ресницы, если я буду делать здесь макияж кому-то, либо себе, да, то есть у меня вообще не было накладных ресниц на Бали, вот, поэтому я себе взяла, это у меня 10 и 12 М от изгиб C. В общем, вот такие обыкновенные пучковые реснички, чтобы опять-таки были, потому что мои ручки изголодались, и они хотят творить. Поэтому с этим расчетом на клиентов или на себя я прикупила ресницы. Далее я взяла тушь. Очень хотела попробовать эту новинку. Обязательно сделаю тоже на нее обзор. Это Vivienne Sabo Cabaret Double Extension. Суть ее в том, что вы знаете наверняка, да? С одной стороны у нее кажется, что эта тушь защелкивается до щелчка такого. Пинг. И с другой стороны сыворотка, да, вот этот серум как база под тушь. Мне нравятся такие вещи, они обычно прям сильно удлиняют ресницы и хорошо работают. Поэтому такая вот, такой формат, мне кажется, очень-очень удачным запуском. Далее, ну, всех, вообще, я очень хотела скупить все, что я видела, вот эти рекомендации с Wildberries, вот какие-то вот эти кремы для пяток, в общем, все самое вот это распространенное и вирусное. И одно из таких средств это Epilprofi Sos Manicur, гель-скатка для удаления кутикулы на руках. Очень актуальная здесь для меня тема, потому что кутикула на Бали очень быстро растет, очень быстро рвется, и для более долгого эффекта продержания маникюра я купила это средство. Я им еще ни разу не пользовалась.
И обязательно попробую и напишу в свой телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там пишу о косметике. Все, что у меня появилось, и я с нетерпением раскрываю все распаковки и все смотрю, потому что у меня не хватает терпения, чтобы это дождаться, все и распаковать. Я все сразу открываю. В общем, все выкладываю туда, так что переходите в мой телеграм, подписывайтесь, а название моего телеграма будет внизу в описании. В общем, вирусное средство гель-скатка. Следующее вирусное средство — это сыворотка для ресниц от Top Lash. Очень хотела бы я, чтобы это была реклама, потому что одна сыворотка Top Lash стоит 2000 рублей. Но это не реклама, я приобрела ее абсолютно сама. Я наслышана, что она прошла очень большое количество разных сертификаций в каких-то там университетах зарубежных. О том, что, в общем, она точно работает, она классная. Я уже нанесла пару раз ее на брови, и брови стали расти серьезно быстрее. И что я могу сказать по тому количеству раз, которые я попробовала эту сыворотку? Она мне нравится. Мне очень нравится упаковка, мне очень нравится наличие такого средства у меня дома. Очень качественно выполнено все, и гравировка, и упаковка, и кисточка. Единственное, что выдавливается через дозатор очень мало средства, и там на одну бровь я раза три, наверное, вот достаю и мажу. Пока не проводила эксперимент, у меня будет такая задача, что у меня вот, я жду, когда у меня спадет перманент, я вам рассказывала, чтобы моя естественная бровь продолжала расти вниз, и вот у меня будет задача отращивать брови, так что тестировать эту сыворотку. Вообще очень было приятно ее купить, она шла в такой красивой коробке, в коробке были флаеры, был такой стикер картонный для того, чтобы мерить размер ресниц. Это все мне тоже очень классным кажется. И кажется, что продавец точно знает свой продукт, точно знает его эффект, и от этого продукта веет какой-то фундаментальностью, знаете, что вот его безопасно покупать, и оно точно подействует. Вот у меня такое впечатление от этого бренда и от того авторитета, который они успели выстроить на рынке. Давайте дальше. Сразу скажу, что здесь будет не только косметика, здесь будет уход, сувениры, тут будут таблетки. Я даже покажу вам продукты, которые я привезла, потому что мне кажется, это тоже интересно. Но давайте этот блок ознаменуем как косметика. Дальше в Yves Rocher. Я очень люблю этот бренд, мне очень нравится их политика, их упаковки, их магазины, вообще их существование, их бонусная система. Я прям люблю Yves Rocher. Я обожаю их лосьон для тела с запахом манго, очень вкусно пахнет. Обожаю их гели для душа, шампуни, ну вот не сильно у меня тянется к ним рука, но все, что касается тела, мне очень нравится. И я приобрела себе такой мини-подарок на Новый год. Здесь крем для рук в новогодней коллекции. Зимние пряности называется, пробуждающее сияние, скраб для лица с ромашкой римской. Ну вот мне нравится, что у них все такое с ромашкой, вот зимние пряности, все в тему, все всегда в тренд, в время, в праздник, вот ну прям обожаю. И это такое напоминание о поездке в Россию, такой зимний кремушек для рук. Супер. Давайте дальше пойдем по бровям. Как вы знаете или не знаете, брови я крашу здесь сама. Изредка хожу в салон, чтобы мне сделали коррекцию, когда мне ну прям очень лень, или я хочу убрать воском пушковые волоски. А так в основном окрашиваю я брови сама. Например, вот это окрашивание я сделала вчера. Поэтому я пополнила свои запасы и купила. Я пользуюсь краской Levisim. Она меня устраивает. Это 7-7, светло-коричневый оттенок. Очень красивая краска, легко, быстро держится, кремообразная, хорошо и быстро разводится с оксидом, меня полностью устраивает. Далее я приобрела тоже от Levisim, соответственно, оксид. Впервые увидела, что оксид выпускается в маленькой упаковке, потому что раньше, если вы помните, если вы красите брови, он выходил прям в таком большом бутыле. Такая история мне показалась очень-очень крутой, мобильной, дорожной, в общем, приобрела себе. Так, мне положили в подарочек кисточку Synthetic
самая популярная такая кисть для бровистов. Она очень-очень тонкая. Вот у меня здесь есть на косметическом столе. Она очень тоненькая, ей легко прорисовывать и бровь, и припечатывать краску, наносить, да, вот такими движениями. И кисть, которая выходит у меня из-под действия для бровей, я ее начинаю использовать как для подводки. Это тоже замечательно работает. Так, далее, в Золотом Яблоке я прикупила наборчик от Бронсан, тоже просто чтобы был. Они, конечно, отличаются по резкости, по стойкости. Как интересно у меня, смотрите, половина лица моя, половина Бронсан. Мне пришла еще одна посылка. Видимо, я словила вдохновение, тот самый поток. Знаете, когда вот бывают такие моменты, у тебя вот что-то лежит, ты знаешь, что это надо сделать, но не встает ни руки, ни ноги, ничего вообще на это дело. А бывает, ты такой, бац, а вот прямо сейчас я это и сделаю. И идешь и делаешь это с вдохновением, силами, время пролетает незаметно. И вот обычно я перестала сейчас себя мучить в те моменты, когда я не делаю, а прям спокойно, с любовью к себе отношусь и говорю себе, что сделаю это, когда появится то самое чувство. И вот оно через неделю волшебным образом появляется. Возможно, вам это будет актуально сейчас услышать. Так, Бронсан. Там тоже идет микрооксид, там идет краска в наборе. Все очень легко используется, дома все размешивается в домашних условиях. Вообще, если у вас есть какие-то вопросы с окрашиванием бровей, скажите мне, я сниму об этом видео, потому что для меня это проще простого, легче легкого. Действует, ой, вообще времени занимает там 30 минут, и я неделю-полторы живу и не крашу брови, поэтому... Если вам актуально, напишите об этом. Так, идем дальше. Также к бровям относится. Впервые увидела, я пользовалась составами от Sexy для долговременной укладки. И они были в более большом формате. И они выпустили миниатюрки вот такие. Это супер мило. Первый, второй, третий состав для долговременной укладки. Опять же, долговременную укладку я делаю сама. И протеиновое восстановление бровей тоже. Поэтому купила себе вот такие вот составчики, малюточки, обновить, чтобы были. Вот от Top Lash как раз эта штука, чтобы измерять рост ресниц. И апельсиновая палочка, шлак, гель у скатки для ногтей. Далее, в Золотом Яблоке я очень хотела взять какой-то зимний аромат и пахнуть зимой, и чтобы у меня, знаете, я очень люблю ассоциировать ароматы с чем-то, и вот купить какой-то аромат на какое-то событие, на какую-то поездку, на какой-то отпуск, и очень захотелось мне купить Зелинского на вот это время пребывания в России, чтобы встретить в каком-то аромате Новый год и запомнить его. И мой выбор пал на розовый перец, корицу, кожу и эльми, не помню, что это, как это переводится. Мне очень нравится эта интерпретация такого классического какого-то запаха табака, вот этого жестокого перца, но это более сладкий, мягкий, экзотический аромат. Вот я бы так сказала. Такой женской кожи, знаете, женская, такая строгая история. Зимой на холоде он потрясающе просто пахнул. Он замечательно себя вел. А вот этой миниатюрки, вот смотрите, сколько. То есть я ее за, наверное, неделю попшикала. Мой молодой человек постоянно говорил, как у меня вкусно пахнет, и очень радуюсь этому парфюму. Правда, сейчас на Бали он мне не совсем актуален, потому что здесь жара, солнце и совершенно другое восприятие ароматов. Но вот зимой, если вы ищете для себя сейчас на зима и осень какой-то аромат, то он вам очень-очень зайдет, я думаю. Вообще он такой прям унисекс, универсальный, поэтому присмотритесь к нему, розовый перец. Я не смогла уйти, прямо уже стояла у кассы почти, и вспомнила, что я очень хотела себе жидкие тени, и мой выбор пал на Шик. Вообще, я сожалею о том, что я купила мало продуктов от Шик в этот раз. Нужно было купить и пудру, и что-нибудь еще, и бронзер можно было купить, да, так просто в запасы. Но, опять-таки,
Значит, буду пробовать что-то на местном рынке новое. И мне очень хотелось какой-то цвет такой, чтобы было можно нанести на каждый день. Также на Новый год. Вот у меня вот этот вот наборчик получился. Я с ним встречала Новый год с этими средствами. Вот, оттенок у меня 11-й. И потрясающие кремовые тени. Они мне очень сильно зашли. И по оттенку он такой теплый. Тепло-золотисто-коричневый с отливом розового, мягкий цвет, очень легко тушуются, очень легко вообще себя ведут, просто закрытыми глазами нанес на глаза и все, и очень красиво. То есть если у вас там есть ресницы, то это цельный макияж глаз, поэтому присмотритесь к теням от Chic, они замечательно себя ведут. Не скажу, что они очень сильно стойкие в соло, но если их чем-то накрыть какой-то сухой текстурой, то точно держаться будет хорошо. Поэтому тень от Chic очень-очень радостное пополнение в моей косметичке. Вот. Ой, как я рада все это вытащить наконец, расставить, потому что все это пылилось и лежало, но... Ой, так-так-так, замечательно. Давайте пойдем дальше. Я приобрела от Gourmandise такую... Вот о чем я говорю, о том, что такие вещи очень легко покупать в России. В России, мне кажется, вот вообще какой-то вот я показала, да, и ну зачем вообще это показывать, да, то есть какая-то простота. На Бали таких вещей нет, их очень мало. Такую щетку я, например, не видела, когда они у нас в любом косметическом магазине лежат на прилавке возле кассы, да, то у нас таких штук нет, и для меня это огромная-огромная радость, потому что я часто замечаю, что какие-то средства смывают мой макияж не полностью, то есть у меня даже есть такое сильное масло, прессованное гидрофильное масло от Lush, которое, казалось бы, должно все смывать, но я потом на белом полотенце вижу всю свою косметику. Поэтому такая штука, она точно будет вам лучше смывать макияж, будет еще к тому же мягко отшелушивать какие-то роговевшие слои кожи, и вообще будет хорошо, в общем, смотреться на туалетном столе. Не помню, показывала вам или нет, но вот у меня, я говорю, мы 3 недели были в России, и я все что-то покупала и что-то успевала вам снять. Вот у меня есть 2 предыдущих видео с распаковками золотого яблока. И откуда-то еще. В общем, здесь у меня лежит маска от Dr. Jart. Вы знаете уже о том, что этот бренд мне очень нравится. Подарок от золотого яблока. Кто еще не видел, я вам покажу. Это вот такая звездочка. И на самом деле, знаете, здесь хочется сказать, что все относительно. Инстаграм очень разнес подарок от золотого яблока в том плане, что зачем лучше бы подарили пробники и так далее, да, людям нравится, когда они покупают косметику, какое-то количество, да, все равно женщина это считает, складывает и так далее, и что она получает несколько больше продуктов, чуть-чуть больше, я по себе это знаю, вот когда мне дают какой-нибудь пробник маленький, я даже, возможно, им не буду пользоваться, но очень рада, как будто у меня больше косметики, понимаете? Вот, но не поняли вайб золотого яблока, они хотели просто передать атмосферу, и здесь самые обыкновенные, но очень вкусные, такие памятные, я бы сказала, непростые конфеты, потому что здесь Шишкин лес, Рот в рот, то есть это такие, Красный Октябрь, это такое что-то из детства. И кого расстроил этот подарок, хочу вам сказать о том, что по приезде на Бали я ему очень сильно обрадовалась, я его забрала с собой, и за много километров такие штуки играют гораздо большую роль и несут большую ценность, поэтому подарочек от золотого яблока, которому я очень сильно благодарна, и у меня прям от него мурашки по телу. Дальше, в Москве моя подруга привела меня в магазин, это очень смешно, но мы стояли, 2 женщины, прошедшие обучение по психологии, такие серьезные дамы, и выбирали наклейки для телефона. Какой-то есть прикольный бренд в Москве, я не знаю их, мы нашли их в торговом центре. И, в общем, это стойкие наклейки для телефона, которые крепятся на заднюю поверхность чехла или самого телефона. Здесь у меня наклеечка «Патка на блестки», зеленая ромашечка. Дальше «Вера, Надежда, Любовь». На телефоне у меня наклеена еще одна зеленая ромашечка и вот такая большая зеленая ромашка.
Когда в этом мире стоят наклейки для телефона 600 рублей, я не знаю. Я не скажу вам, почему я их даже купила, но... Наверное, вот для того, чтобы испытать такие эмоции, вновь открывая их, радуясь, что это было такое приятное, смешное мгновение с моей подругой. Далее. Дальше мы пойдем по книжкам. Я вам покажу по канцелярии, давайте скажу так. Первое, я приобрела вот такую книгу «Рапорт». Я завершила свое обучение, уже вот прям мурашки по телу. Я завершила свое обучение на психолога. Мои однокурсники сейчас еще его заканчивают и сдают экзамены. В общем, мне очень понравилась, во-первых, обложка. Я обычно выбираю книги вот так, листаю, на что попало, читаю вот несколько раз. Если мне эти строчки как-то откликаются, я покупаю книгу. Ну и, собственно, рапорт — это как уметь слушать собеседника, как найти вот подход в любой сложности. И, в принципе, мне очень нравятся такие книги о том, как общаться с людьми, потому что это самая, наверное, базовая, основная и потребность, и необходимость. Дальше. «Раскрась свою мандалу» — это я нашла какого-то потрясающего автора, по-моему... А нет, разные. В общем, «Раскрась свою мандалу». Если вы любите раскраски, антистрессы, вот такие вот разные вещи, то вам это тоже очень сильно зайдет, потому что здесь разные мандалы, и когда у меня есть вдохновение, я открываю любую страницу и разукрашиваю ее, фокусируясь в моменте, сосредотачиваясь, отдыхая и так далее. И «Разные ведьмы» — это, конечно, вообще моя прям такая тема. Это тоже раскраска, но уже с ведьмами и сказками разные. Такие, как будто бы берущие с кельтских времен, сказаний свои... Вот свое начало. В общем, мне очень-очень нравится тоже почитать, порисовать, поразукрашивать, отдохнуть. В Казани, в моем родном городе, я приобрела вот такой блокнот. У меня есть даже с ним рилс, потому что это что-то необыкновенное. Здесь есть путеводитель, здесь есть где загадать желание в городе Казань. Здесь есть смешной словарик. Заметки, что нужно сделать, список дел. Рецепт эчпочмаков, кто знает, в Татарстане это национальное блюдо, раскраска и сам блокнот. Мне показалось, я уже сюда начала писать свой план на YouTube. Мне показалось это очень приятным, памятным подарком и лайфхак для тех, кто в эмиграции. Покупайте такие штуки с надписями, с какими-то запоминающимися сувенирными моментами из своего родного города. Пусть они будут, потому что это очень важно. Находясь далеко. Ну и приобрела карандаши и фломастеры хорошего качества. В России тоже их привезла. Приобрела свои любимые ручки. Самые любимые. Что такое? 0,7 у них грифель. 0,7 это толщина самой... Господи, какого? Грифели, они пишут жирненько и кругленько. Вот мне очень нравятся такие ручки. И дальше давайте пойдем по картам. Я женщина магическая и сниму обзор обязательно на то, что мне подарили на Новый год отдельно. Но, в общем, давным-давно ко мне не доехала эта колода. У меня прям мурашки о том, что я ее ждала год, я ее заказала, забыла, и, в общем, нам ее не довезли до Бали, и в этот раз мы нашли этот пакет. В общем, какая-то мистерия произошла с этими картами, но, кто не знает, это такая очень популярная красочная колода карт Таро. Я очень люблю раскладывать карты, и что они у меня вообще есть. Вот. Дальше будут чехлы для телефонов. Сейчас я вам их покажу. Сразу предупреждаю, получится такое немного сумбурное видео, потому что покупала я все, что видела практически, все, что мне может или могло как-то понадобиться, поэтому здесь будет все. Чехлы для телефонов закупились стеклами. Вот кто клеит стекла сами, вот это самые классные стекла для телефонов, самые прочные, буквально с одним стеклом я хожу больше, чем год, наверное. Дальше.
обыкновенные прозрачные чехлы для того, чтобы класть сюда карту, потому что, когда мы ездим на байке, очень удобно быстро доставать карту и не доставать из багажника какую-то сумку. Далее черный чехол и вот такой вот чехол с цветами, он очень мне нравится, очень мне зашел. Далее, я танцор, я 12 лет танцевала, я очень люблю танцевать стрип, и на Бали я танцую мало, потому что здесь нет педагогов, но я купила, обновила себе, купила на Wildberries наколенники, если вам кому-то нужно, мне понравились такие больше, чем обычные наколенники, я бы сказала, потому что они получше, покачественнее, если вдруг вам нужно, я оставлю артикул, напишите в комментариях. Дальше переходим к косметике для волос. Я за год, я вам как-то показывала, что я пользуюсь Real Shea, но мне не совсем подошла эта линейка продуктов. И я купила старый добрый Ладор. Здесь у меня шампунь для волос, он почему-то стоил вообще там 200-300 рублей. Мне нравится, что здесь pH 6, то есть это классно для продуктов для волос. И вот pH 5,5, такая маска. Маска вообще моя любовь, я ее покупаю уже, наверное, ну, третий раз точно, а вот эту шампунь пробую первый раз. И купила большую. Да, я везла это все с собой, потому что мне надо. Я женщина, мне нужны все эти банки. В общем, здесь тоже pH 6. Это шампунь бессульфатный, органический, с эфирными маслами. Пол-литра. Вот такая вот бандурина. Далее я вам покажу лекарства. На Бали, соответственно, все на другом языке. Очень сложно найти лекарства подходящие. И за этот год, уезжая из России, я подумала, что я ничего не буду с собой брать, потому что я не буду болеть. Ну, вот так и я решила. И на самом деле за этот год со мной случилось все, что только могло, к чему я была не готова. И, соответственно, у меня не было никаких необходимых препаратов. Но, в общем, что мне здесь понадобилось, это Завиракс на всякий случай от герпеса, мне бывает вылезает на губах. Дальше обезболивающие разные и таблетки, и порошок. Это видео не несет никакой рекомендационный характер, я просто вам показываю свои покупки, что из лекарственных препаратов мне понадобилось. Фурагин на всякий случай, на всякий-всякий случай. И в аэропорту я купила вот такую штуку Алтай Солок, что-то мне очень понравилось, прополис аэро, это прополис с перечной мятой, если вдруг что-то в полости рта выходит или горлышко болит, вот натуральная такая косметика мне очень-очень нравится. Больше половина продуктов и бакалеи того, что мы привезли, находится на первом этаже, поэтому остаток этого видео я сниму в следующий раз, и это будет второй части. Но посмотрите, как просто много всего, у меня завален стол всеми этими средствами. Вот, это были мои покупки из России, первая часть. До новых встреч!